Все эти люди приехали посмотреть на свой будущий дом, оценить удобство в квартирах и сказать свое «да» или «нет». Только после их одобрения купленные квартиры оформят именно на них. Непривычные к подаркам судьбы волнуются и переминаются с ноги на ногу, прежде чем переступить порог. Но тут и любой бы человек опешил. Предвкушение счастья жить по-человечески в квартире со всеми удобствами, да еще и в курортном поселке Витязево, заставляет волноваться. Дальнейшие планы, то есть заселиться, жить, семья там. Ну, как и у всех нормальных людей. Ждала я очень долго, конечно. Вот. Квартира мне понравилась. А какие планы? Ну, хочу, во-первых, там жить. Во-вторых, обставить квартиру. Жить со своей семьей, с детьми. Волнуется и ведущий специалист жилищного отдела и называет будущих квартиросъемщиков детьми. А город и покупает квартиры именно детям-сиротам. Сегодня мы показывали 8 детям-сиротам 8 квартир, которые мы им предлагаем, которые они будут получать по договору специализированного найма. Квартиры гражданам понравились. Мы будем заключать с ними договора со специализированного найма сроком на 5 лет. По истечению этого срока мы с ними уже будем заключать договор социального найма. И они смогут впоследствии уже приватизировать данные квартиры как бы в собственность. Без 5 минут новоселы. Первые 8 из 82 квартир приобрели городские власти для детей-сирот. Все определенные законом процедуры пройдены. Сегодня будущие собственники осмотрели квартиры и приняли решение им здесь жить.